Да. Джоди, привет, это Райан. Райан? Скажи мне, ты получила мое письмо? А, что? Что? Какое? Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Ну, теперь уже поздно, так что, может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко, я... Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне? Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай 8 часов. Ну, ладно. Обещаю принести хорошее вино. Все, жди. Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Заткнись. Заткнись. Мы это уже проходили. Я не твоя собственность. Я буду встречаться с кем захочу. Это моя жизнь. Ты слышишь меня? Это моя жизнь. Знаешь что? А по-моему, Райан классный. Он умный, обаятельный, смешной. Я почти влюбилась. Да. Да, я в курсе, что случилось в баре. Спасибо, что напомнил. Райан не такой. Так, ладно, 7 часов. За час надо убраться, одеться и сделать ужин. Грязное белье в корзину в ванной. Так, сюда. Хватит, Айден, что ты как маленький? Так, мусорка на кухне. Книги. Так, их на полку. Господи, а как же ужин? Надо хоть что-то... Ну вот. Нужно что-то, что можно приготовить за час. Из тех продуктов, что есть. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно.
Курица карри с печеными овощами. Тут нужна духовка, но вроде просто. Пицца на заказ. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо. Это вариант. Пицца. Ну, так проще всего, а он не обидится. Все, звоню. Зря стараешься, Айден. Ты мне свидание не испортишь. Черт, не успею. Я черти в чем. И что мне надеть? О, Райан, я тебя заждалась. Секси. Такой он меня еще не видел. Можешь даже не стараться. Слышишь? У меня будет свидание. Точка. Иду. Докатились, номер наизусть помню.
Да, алло. Заказ на большую пиццу. Супер Суприм. К 8 доставите? Да. 6192 Коламбус Стрит. 9-й этаж. Хорошо. Да, спасибо. Довольно позорно, но вопрос с ужином решен. Борода. Да, очень смешно, Айден. Надо же, какая романтика. Айден, будь другом. Для меня это важно, я на тебя надеюсь. Шато Марго 2001 года. Продавец сказал, очень хороший год. Правда? Здорово. Ты садись, я принесу. Ну, чем вино открывают? Классная квартира. А? Да, спасибо. Айден, твою ж мать!
Давай открою. Нет, нет, я сама. Окей. Спасибо. За новоселье. За новоселье. Ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно, никогда еще не жила одна. Сама по себе. Мне это как-то непривычно даже. Ну, а ты где ты живешь? У меня дом в пригороде. А. Маленький, но есть садик. А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона. Родители и брат так там и живут. А я уехал, когда мне было 16. 16? О-хо. Тебя выгнали из дома, что ли? А, дома было неспокойно. Отчим часто бил меня с перепоя, и я решил уйти, пока мы друг друга не убили. Да. А как ты оказался в ЦРУ? Я закончил колледж, но не знал, кем хочу стать. Был в армии. Сама понимаешь, мечтал о приключениях, но в итоге понял, что это не мое. А потом меня нашел вербовщик из ЦРУ, вот и все. О, сейчас. Эй, день добрый. Сейчас. Сдачи не надо. Спасибо. Я заказала пиццу, это ничего? А пицца здорово, годится. Мы с тобой работаем вместе уже 2 года, а я о тебе ничего не знаю. Так и рассказывать-то нечего. Жила с родителями на базе ДПА, потом меня забрал Нейтан. Ну, а остальное ты знаешь. А с родителями ты общаешься? Нет, незачем. Мне кажется, они вообще боялись меня. Вот, Нейтан и Коул, они вырастили меня. Учили, как жить с Айденом. Принять себя такой, какая я есть. Не всегда получается, но я стараюсь. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя эта связь с Айденом? Нет. Не выяснил. Они много чего узнали об инфрамире, но ничего об Айдене. Кажется, Айден сам не знает, кто он или что он. То есть он здесь сейчас? Слушает нас? Да. Да, он всегда рядом. А у тебя здесь есть родные? Нет. Мои родители живут в Орегоне. Я стараюсь о себе не напоминать. А у тебя есть жена или типа того? Нет, нет. Ну, в смысле как, была. Я был женат, но мы с ней уже 2 года как в разводе. У нас не было шансов. Ну, так уж вышло. Настал момент, когда мы оба поняли, что лучше не тянуть и разойтись. А у тебя? Есть кто-нибудь? Нет. Только Айден, вот.
Ну, а среди людей? Знаешь, Айден как бы всегда отгонял от меня людей. А может, я сама? Может, я просто для всех слишком странная? Ты особенная, Джоди. И дело тут не в Айдене. Джоди, что-то не так? Прости. Прости, не думай. Дело не в тебе. Просто однажды не могу кое-что забыть. Ничего. Господи. Ничего. Прости. Я, наверное, пойду. Да. Ха-ха-ха!